Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Вместо монстра, живущего под кроватью, вот вам монстр, живущий в рукаве. Собака этой семьи обожает притворяться раненой. Эта новорожденная черепашка все никак не может решить, хочет она вылезти из своего панциря или нет. Когда покупаете традиционное мороженое в Турции? На самом деле не так уж и сложно увидеть реку уток, текущую по Вьетнаму. Вы только взгляните. Ах, реально? Вот как выглядит гусеница, когда она еще внутри яйца. Этот мусоровоз приехал, чтобы вывести мусор, но в итоге выкинул весь контейнер. Спасибо большое за просмотр и спасибо, если поставите лайк под этим видео. А перевел и озвучил виски. Ага.